Если в народе любят говорить «на любой вкус и цвет», то филармонии новую концертную программу можно обозначить как «на любое направление, стиль и жанр». 79-й сезон начался здесь совсем недавно. Открытие его было очень масштабным и праздничным. Всем уже полюбившиеся артисты выступили со своими хитами или даже новыми композициями. Впереди еще много концертов. В октябре, например, их будет 10. Со своими сольниками уже успели выступить Елена Алышева и Светлана Лапицкая. А вот что ждет музыкальных ценителей впереди. Завтра, 13 октября, выступит молодая исполнительница Светлана Миронова. Ее концертная программа называется «Впервые», что как бы символично и соответствует статусу этого концерта. Она дает первый сольный концерт своей творческой деятельности. Немного позже, 21 октября, даст свой сольный концерт заслуженная артистка России, народная артистка Мордовии Нина Маркова. Вместе с ней на нашей сцене выступят ее коллеги, которые тоже внесут разнообразие и динамику в концертную программу. Любителям джазовой музыки лучше не строить планы на вечер 27 октября. Оксана Глебова выступит с новой сольной программой «Солнце со мной». А в такую погоду солнца действительно не хватает. И заслуженная артистка Мордовии готова поделиться его лучами со своими слушателями. Для истинных ценителей музыкального искусства в филармонии существуют абонементы. В этом сезоне их представлено 6. Музыкальная гостиная, народная мозаика, камерный оркестр приглашает друзей, звезды 21 века, хоровые вечера и музыкальная лаборатория. Последний абонемент появился лишь в прошлом году. Создали его для юных слушателей, чтобы с ранних лет детей можно было приобщить к прекрасному. Приглашаем и деток, и их родителей, бабушек и дедушек на наш вечер, на нашу встречу 16 октября в музыкальной лаборатории. Ждем вас. «Сказка о трех китах» – название этой лаборатории. Посвящена она будет музыкальным жанрам – песне, танцу и маршу. Также 18 октября на сцене филармонии выступит Евгений Изотов, известный петербургский пианист, а 20-го – московский квартет «Черный квадрат». Участники ансамбля исполнят классические современные композиции в оригинальной трактовке. Самое время отправиться на сайт Мордовской филармонии и выбрать концерт, который пришелся по душе. Действует пушкинская карта. Арина Мелешкина, Павел Тлабаев, «Наши новости».